Предприятия Томской области, которые продолжают работу в условиях пандемии, принимают все меры для защиты своих сотрудников от коронавируса. В частности, максимальную защиту своим работникам обеспечил «Газпром Трансгаз Томск». Все сотрудники компании, которые находятся на рабочих местах, проходят тестирование на COVID-19. До конца мая планируется охватить 100% персонала. Также проходят обязательную диагностику сотрудники, которые выезжают на вахту. Всем работникам ежедневно выдаются защитные маски. Их уже приобретено около 430 тысяч штук. Кроме того, закуплено более 100 тысяч единиц другой продукции медицинского назначения. Это халаты, термометры, перчатки и защитные очки. Специфика производства при этом такова, что компания не может работать полностью на удаленном режиме. Часть персонала несет вахту на объектах повышенной опасности, обеспечивая бесперебойное газоснабжение потребителей Сибири и Дальнего Востока.